Для изготовления теплицы приобрел себе качественный и бюджетный трубогиб DynaLight. Сейчас покажу его комплектацию, как собрать и на что он способен. Сразу хочу отметить, что посылка была запакована очень качественно, каждая деталька в собственном пакетике. И при таком подходе вариантов повредиться при транспортировке просто не было. Ну а пока я распаковываю, хочется отметить, почему я выбрал именно этот трубогиб. Здесь все просто, это его компактные размеры, его при таких размерах очень удобно хранить и располагать на рабочем месте. Также небольшой вес, всего 8,6 кг. Ну и соответственно экономная цена. В комплекте идет ключ, которым полностью можно собрать трубогиб. Весь необходимый крепеж для крепления трубогиба к столу, а также подробная инструкция и купон на следующий заказ на сайте производителя. Собирается трубогиб достаточно легко, по сути он на 99% приходит уже в собранном виде. Остается установить только ручку и одну из шестерен. Испытания буду проводить на квадратном профиле размером 20 на 20 и толщиной стенки 1,5 мм. Посмотрим, как он справится. Процесс работы достаточно прост, справится даже ребенок. Достаточно вставить трубу, подтянуть и начать ее прогонять по всей длине. Затем операцию повторяем. И вот буквально за пару минут работы мы получаем гладкую ровную дугу. Но на этом не все. Давайте попробуем ускорить работу и вместо ключа использовать гайковерт. Для наглядности за эти же пару минут мне удалось согнуть трубу в кольцо. Ссылка на сайт производителя, а также конкретно на эту модель DynaLight будет в описании.